В ближайшие сутки в Молдове прогнозируют переменную облачность. В Бричанах и Сороках термометры покажут минус 1. В Бельцах и Аргееве 1 со знаком плюс. В Тирасполе 3 выше 0. В Лиово, Камрате и Кагуле ожидается до 4 градусов. В столице днем прогнозируют плюс 3, ночью минус 4. В ближайшее время немного потеплеет. Дневной максимум составит 9 градусов. Ночью температура воздуха до минус 5. И о погоде в Европе. В Мадриде плюс 14, пасмурно, в Париже 9 градусов, в Лондоне термометры покажут 4 градуса и также пройдут дожди. В Берлине 1 ниже 0, ясно, в Риме воздух прогреется до 13, обещают осадки. В Вене 3 градуса, в Праге около 0 и также облачно. В Варшаве минус 2, в Будапеште обещают плюс 3, пройдет мокрый снег. В Белграде 9, здесь дожди. В Бухаресте 8 градусов, осадки, в Афинах плюс 17. Пасмурно, в Киеве минус 1, пройдет снег, в Москве 2 ниже 0, а в Анкаре плюс 6.